Девчонки, всем доброго времени суток. Меня зовут Анна, и вы на моем канале. Сегодня будем с вами тестировать пластинку GR-135. Вот такая вот, какая-то больше свадебная, что ли, пластиночка. Интересные рисуночки. Давайте откроем. Так, и сегодня буду отпечатывать на альбомный листочек и тестировать буду с лаками Born Pretty, вот такими малюськами, скажем так. А где у них тут номера? А, номера, я так поняла, вот, да, 7, 12, 13. Также буду отпечатывать своим любимым штампиком и скребочком от Beauty Big Bang, который у меня уже треснул. Давайте приступим. Давайте начнем, наверное, вот с такого какого-то бордового, вишневого, что ли, или сливого больше. Здесь, мне кажется, надо по одному рисунку отпечатывать, не на всем. Давайте попробуем по одному, потому что рисунки все интересные. Как бы не запачкать соседние рисунки, что-то. Девочки, показывать тоже пытаться не буду, потому что эти лаки тоже быстро сохнут, как у меня есть еще лаки для степпинга, которые быстро сохнут. Девочки, сейчас пока... Так, фокус. Вот, смотрите, какие красивые бокалы. Вообще, смотрите, девочки. Кстати, цвет лака вообще вам передается правильно оранжевый. Он более кислотный, вы посмотрите. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Какое-то деревце с сердечками. Ой, у меня вечно этот штампик липнет ко всему. Он очень хороший. Кстати, я его и ацетоном тоже как-то протирала. И все равно он, девочки, до сих пор липнет. Так, давайте следующий рисунок, следующие бокалы. Тут какие-то одни бокалы, можно сказать. Еще бы не скривить. Да, девочки, смотрите, просто получается эти бокалы поменьше, эти побольше, и вот тут еще сердечко получается промеж них. Давайте дальше руку. Мне кажется, эта пластинка вся будет рабочая. Фокус. Вот, девочки. Давайте следующий рисуночек. Сейчас я лишнее уберу просто. Попробую без грязи. В князи, как говорится. Смешно. Так, ладно. Вот, смотрите, надпись. Кстати, классная гравировка. Давайте дальше. Следующий. Так, я ушла с кадра. Подождите. Вот, следующий рисунок. Вот этот. Опять у меня эта грязь. Вам попробовать без лишних всяких каких-нибудь. Так, вот он, смотрите. Вот. Так, давайте вот этого голубя. Последний раз вот этим лаком, потом другой лак возьмем, давайте. Ой, голубь тоже вообще классный.
Сейчас вам покажу. Девочки, смотрите, коль у меня большие ногти все равно, да, но даже на мой ноготочек он будет большоват. Крылья не помещаются. Давайте, ладно, последний вот эта надпись. И тогда уже возьмем другой лак. Тоже хотела... Ой, извините за посторонние шумы. Хотела без лишних грязи вам тут. Это такая же надпись, как, мне кажется, и маленькая. Да, девочки, смотрите. Вот, просто это маленькая, это большая. Да. Давайте возьмем другой лак. И какие-то здесь, как он называется, забыла, девочки, как вот этот вот называется. О, давайте синим возьмем. Ну, конечно, я тут опять на этого лазить. Ну, получилось голубым, ладно, девочки. Так, фокус. Вот, смотрите, как отпечатался, вообще идеально взялось. Если бы даже я возилась как бы долго, оно все равно, девочки, отпечаталось хорошо. Так, и давайте следующий рисунок. Тоже попробую сейчас без грязи, без этой, без лишней. Здесь, мне кажется, непонятная надпись. Сейчас вам покажу. Не, хотя видно. Все даже, вот посмотрите, даже мелкие взялся рисунок. Насколько эта пластина хорошая. Давайте вот эти два. Сердечко и птичку тут. Вон, девочки, смотрите. Вообще идеально. Так, фокус прыгает. Тоже мне эта пластинка понравилась. Ну, как садишься делать маникюр, так все с головы вылетает. И не знаешь, что сделать. Каким лаком покрасить. Ой, следующий рисунок, девочки, тоже хорошо вот взялся. Так, фокус хороший. Так, вот так. Так, опять фокус. Вот. Давайте зеленый возьмем. Давайте я ее переверну, чтобы по всей пластине вот так не скребышить. Чтобы было, мне кажется, они одинаковые. Тут что-то рисунки схожие. Отпечатать, конечно, я буду не вверх ногами. Вот такие вот бокалы. Нет, вот смотрите, здесь сердечком связано, здесь бантиком связано. Так, поближе покажу. Давайте надпись. Просто они однотипные, можно сказать. Так, надпись вверх ногами. Главное не отпечатать. Вот, смотрите, какая тоже надпись. Я уже поперепачкалась где-то я. Давайте, да. Так, я не ушла с кадра, так подвинула вас аккуратно к себе поближе. Пластину, я имею в виду, от вас подвинула к себе. Мне это не видно. Так, опять бокалы. Бокалы. Вот так. Вот такие. Так, и чуть-чуть у нас остается с вами рисуночков здесь. Хочу попробовать.
ту сторону. Здесь я брала печатать вот эти вот сердечки и надписи. Вот. Идеально. Давайте эту большую тоже голубя, скажем так. Тут, наверное, голубь с той стороны голубка или наоборот. Так, давайте. Ну, уже не стала убирать всю эту вот постороннюю грязь, потому что высыхает. Так, вот это вот этот. Так, и девочки, в чем разница у них? Здесь веточка у голубя в клюве, а здесь сердечки. Мне кажется, и все, больше разницы нет. И давайте последний тут надпись, сердечки и какая-то птица. Толк не видно. Сейчас посмотрим. Так, вот, девочки, надпись, опять голубь и сердечки. Девочки, я в прошлом видео вам говорила то, что хочу вместе с вами протестить. Так, сейчас я уберу. Как вытрать диском ватным с ацетоном. Вытрется как пластина. Так, сейчас уберу. Так, вытрется ли она до конца? Ай, девочки, сейчас все поперепачкаюсь. Ну и ладно. Ну, приступим. Девочки, смотрите, как я с каким ее усилием тру. Сейчас я вам покажу. Вот, девочки, больше все. Вот она въевшаяся. Так, подождите. Вот въевшийся лак. Давайте с вами возьмем меланированную губку. Так, я их режу в ацетон хорошенько. Аж можно выжимать. И давайте посмотрим, она вытрет, нет. Звук, конечно, не из приятных. Девочки, посмотрите, насколько чище стала пластина. Честно, я вообще тут даже не вижу, ой, извиняюсь, не вижу, чтобы тут был лак. Вот смотрите, девочки. Так что однозначно советую вам меланированные губки тереть ими пластины, вытирать. Сейчас вам покажу рисуночки, какие у нас сегодня были. Вот, смотрите. Я буду потихоньку двигать. Надеюсь, успеете посмотреть. Вот. Вот такая вот пластинка у нас была. Сейчас еще раз покажу. Так, фокус. У меня этот свет. Вот, девочки, извините. JR135. Пластинка тоже классная. Мне понравилась. Советую ее. Ну, все, девочки, всем пока-пока. Надеюсь, вам видео мое понравилось. Пока-пока.